Всем привет! Мы спилили наши туи и едем на место сбора отходов из сада. И у меня спрашивали наши подписчики, зрители, есть ли в нашем городе такой пункт. Да, есть, и я обещала показать. Вот сейчас мы на него едем. Это в городе лежит в самом, но уже в конце, в пределах, где заканчивается город. Здесь также фермерские поля и вот это дома фермеров на окраине города. Вот уже теплицы виднеются, большие фермерские. Люди возят отходы. Какие мощные деревья стоят. Вот так вот выглядит в нашем городе этот пункт. Можно с двух сторон заехать к нему. А здесь вот уже у нас проходит трасса. И вот это часть индустриального района. Фирмы и индустриальная часть. Вот выглядит этот пункт. Вот так в нашем городе. Совсем по-другому, как в другом. Поэтому нам нравится ездить туда и все делать в том пункте. Мы уже разгрузились, едем домой. Вот видите, здесь барашки у фермера пасутся. Сейчас немножко покажу эту сторону города вам. Вот так живут у нас фермеры в нашем городе. Вот здесь протекает маленькая речушка. Не видно ее, наверное. Здесь начинается индустриальный район города. Небольшие автохаусы. Небольшие фирмочки. Есть здесь два магазина. Называется один Netto. И второй Edeka. Заправка. Это новая пожарная часть. И вот это тоже фирмы. И мы приближаемся к выезду из города. Вот такой у нас круг. Символикой. И вот здесь у нас строят третий индустриальный район в нашем городе. Новый.
сейчас ведутся как раз строительные работы. И скоро здесь тоже будут стоять фирмы, офисы. Вот это фермерские поля с этой стороны. И вот мы выезжаем на скоростную дорогу. Вот этот индустриальный район новый, который строится, я покажу со стороны скоростной дороги.